Привет, байкеры, мотоциклисты. Привет. Ну-ка, снимите свои шлемы, послушайте. Думаете, вы крутые? Сидите на свежем воздухе, катаетесь там и тут. Не глупите, заведите автомобиль, кондиционер. У меня сиденье с подогревом. Радио. Я могу посадить всех друзей, и еще останется 2 лишних места. Ставить стаканы куда угодно. Стаканы везде. У меня даже есть DVD на потолке. Эй! Тише! Кто-то трындит, что люди с большим авто компенсируют что-то? Поверьте, я нет. У нас отличное сообщество. Оно называется «Пробки». Проб. Мы можем погудеть и помахать друг другу. Это как очередь. Это как медленно ползущая змея. И нам не нравится. Вы лезете, а вы должны пройти через все мытарства, что и мы. Как вы смеете? Нет, серьезно, как вы смеете так поступать? Мотоциклы опасны. Ну реально, один из трех взрывает. Самопроизвольно, это факт. Мотоцикл вызывает рак яичек. Это всем известно. Я лично сбил сотни мотоциклистов. Это то, что я помню. Мотоциклы опасны. Это не водители или автомобили. Это вы. Это вы. Я не хочу вас высматривать. Я вас не вижу. Я использую зеркала только для того, чтобы делать макияж. Зеркала хороши только для того, чтобы с них нюхать. У нас есть дела поважнее, чем выглядывать вас. Ужинать, смотреть кино. Вообразите, насколько более эффективны вы будете, если вы будете такими же многозадачными, как мы. Все, что вам надо, ездите помедленнее. В чем спешка? Издеваешься? Чуть не оторвал мне руку. Посмотрите на нас. Водители могут убить двух зайцев одним выстрелом. Вы можете стать такими же.